проверяет нас. Я вижу сотни рук, я вижу сотни глаз. Моя душа поет, пусть бьются в такт сердца, и вены нам кричат, ястребы вперед. Добрый вечер, любители футбола. К сожалению, первые две передачи прямо на YouTube не получились. Сегодня наконец-то вроде получается, поэтому ваши отклики, ваши отзывы будут очень полезны. Вот, так что сегодня мы их сразу выкладываем на ВКонтакте Авангард ФК и на канал на YouTube. Так что всем удачи. Буревестник играет на своем поле против Авангард Ю-19. Очень интересный чемпионат. Было бы здорово, конечно, побольше игроков наших видеть в нашей команде. Но зима очень неудачная, холодная и, к сожалению, очень много больных, травмированных. Поэтому пожелаем нашей команде, Авангарду. Тем более, что Ваня Ерохин стоит в воротах. Миша Федоренко выздоровел. Влад Светлов в команде. Петя после болезни. Федоров вернулся. Так что пожелаем нашей команде удачи, удачи, удачи. Thank you.
московское время 20 часов 20 минут. Добрый вечер, уважаемые любители футбола, участники сегодняшнего соревнования. Итак, Злата Зинова-Петерсон, город Москвы по футболу среди команд Ю-19. Сегодня на нашем стадионе встречаются команды «Буревестник» и команда «Авангард». Команда «Буревестник» выступает в белой форме, «Авангард» – черные гетры, красные футболки. Предлагаю вашему вниманию состав играющих команд. Команда «Буревестник». Вратарь команды 32-й номер Славнор Владислав, 61-й Асланов Артем, номер 25 Илюхин Даниил, номер 48 Мельников Дмитрий, 41-й Мельников Тимофей, 24-й Миронов Ростислав, номер 15 Муранов Михаил, номер 42 Романюк Егор, 21-й Цепелев Сергей, номер 55 Черников Александр и номер 5 капитан команды Белых Дмитрий, тренер команды Турчининов. Команда «Авангард», 35 номер вратарь команды Ерохин Иван, 7 номер Светлов Владислав, номер 5 Тонин Никита, 30 Федоров Петр. По 20 номерам играется в Яловский Вир. Жуйк Николай, номер 18, 9, Галунин Денис, номер 37, Тамар Сергей, номер 28, Передов Павел, номер 21, Федоренко Михаил, и номер 11, Левин Михаил, тренер команды Родионов Александр Юрьевич. Обслуживает матч бригада московской коллегии судей. Судья в поле дороги в данный. Помощники. Доценка Валерия и Ивлев Данию. Один!
У меня в машине линейка есть, вратарю надо дать. Миллиметры выверяю. Давай!
Ваня от души зарядил. Один. Один. Один.
Привет, Володя. По игре еще не соскучился. Как он его на противоходе поймал? Пеналю пробил. Рванул туда. Я говорю, пеналю пробил. А, там, да? Да, да, да. Миша красавец. Поймал на противоходе вратаря. Какой Завьялов? Миша Федоренко забил гол. Петр Викторович, чистый пенальти, там вопросы даже не обсуждаются. Судья не захотел. Макса так просто не пройдешь. Давай, Петя. Thank you.
Не надо, не надо назад. Зачем назад-то все время? Все правильно. Мяч холодный. Чтоб мяч синий, раз лучше коснулся. Ну он не летит, холодный. Есть специальные зимние мячи. Как резина. Для автомобиля. Давай!
Красный рот! Не дай! Рот! Фу ты, я перепутал. Это же не Саша, это же Коля. 18-й это номер. Привык, что 19-й играет Дратинский, поэтому. Кирилл. Коля, эти поперечные передачи дурацкие. Вообще. Сейчас, по-моему, не было нарушения. Не было. Мне кажется, мяч сыграл. Он мяч сыграл, да. Так, плюшевой лиги пожелаем. Контролировал просто. Артур, привет. Thank you.
Двигай, ёпта, двигай. Давай, Мишенька. Лёша, привет. Пойдет!
Второй пенальти! Миша и так забил один из трех, один. Два пенальти чистых. И вот один реализовал на противоходе, поймал вратаря. Так что пока 1-0 Мишу в пользу. Under my umbrella, hey, hey, hey. Under my umbrella, hey, hey, hey.
my umbrella. When the sun shines, shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'm sticking out till the end. I've been dreaming more than ever. Hold my peace to have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. I'm not afraid to die.
dancing feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Don't wait. You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around.
вратаря уже не было в игре. Да, просто в сторону покати от него. Я тоже про это. И там бы про пенальти бы никто не говорил вообще. Артём, спасибо! Что делать? Здесь интернет такой, что я сделаю?
Команда «Авангард» забила второй гол. Не засчитали ни игры. Соскучился по игре. Yeah.
играй. Может, начнет свистеть. Мишу сколько раз уже в спину толкают, толкают, а судья не реагирует. Наконец-то увидел. Пятый раз. Там воздух не тот. Мяч очень холодный. Thank you.
Их надо теплым воздухом накачивать мячи со спиртом, чтоб не замерзал. Давай сам! Да Тёме отдал бы. Зря на пути Светлого встал, Артём. Артём, Светлый бы сам прошел и все. Конечно. Оттащил бы наоборот защитника на себя. Оттянул. Ай-яй-яй, Миша. Thank you.
Привет, Кирилл. Поле короткое. Oh!
давай. Где? Где? Саня! Играть непонятно. Я у защитника есть, то почему? Хулиган. Забуксовал. Давай,
иди, дави его. Дави его. Играй! Вставай, нормально. Кому? Не бежишь? Кому? Еще задает вопрос. По мысли, это передача короткая. Так, если бы он побежал раньше. Поджимай ближе. Вратаря подожми! Да сам уже! Какой ближе? Ближе! Привет, Жора! Ну, Реал есть Реал. Мы же не против Жирона играем, а против Буревестника. Реал 3-0 ведет. Заряди! Протолкни ты! Не получился третий гол. Вратарь вышел далеко вперед на перехват.
правый верхний угол был свободен. Он не слабый, он просто мяч ледяной. Он не отскакивает вообще мяч. Как в футзал играет. Да куда ж ты лезешь? Последняя минута пошла. Курите, ребят. Ждем возвращения в покинутый край. Верим в команду мы даже и издали. Не разлюбить ее. Не разлюбить ее. Ястреб, взлетай.